Royal Purple вообще не встречал его в России. 40 баксов стоит чуть дороже, чем Mobil немножко на заголовок. Причем Mobil 34-35 долларов стоит, литрушки 10. Castrol примерно стоит одинаково, плюс-минус, если там брать вот в совокупности, они примерно плюс-минус стоят одинаково, и Castrol, и Mobil. Valvoline пошел у нас немножко. Из Castrol только GTX. Здесь нету слова Magnatec, просто GTX и H продается Valvoline. Мы там потом к нему еще подойдем к отдельчику. Такие смешные воронки здесь, 50 центов они отдаются специально, чтобы удобнее было заливать двигатель. Такая смешная линейка Shell для россиянина, звучит она Raptel, а Т4, Т5, Т6 у нее подразделение, как у нас HX7, HX8. Тут кусочек у нас дизельных масел, Chevron, STP, Mobil дизельный тоже стоит. Lucas дорогущий, 75-90, стоит 15 баксов. Кстати, желтые ценники, это не цена, вернее, это то, сколько вы экономите при покупке товара. Это не ценник, это сколько вы сэкономите, если купите. Quaker State, но он не сильно здесь представлен, там основные 5.30, 5.20, Pennzoil, пошел в основном Pennzoil, очень популярен, помните, мы с вами в Японии его везде видели, молодцы, не по всему миру его распространяют, 33 вот, доллара, например, стоит там, у нас галлоник, по-моему, да, литрушки стоят там 10 долларов примерно, плюс-минус, короче, Valvoline, Castrol, Mobil и Shell примерно стоят одинаково с Pennzoil, там плюс-минус, Motorcraft какая-то супер скидка здесь, 5.20, 5.30, 8 баксов стоит литрушка. STP-шные, дешевые совсем масла, не знаю, в России, по-моему, не встречаются, 21 доллар стоит галлонник, ой, 4,73, вернее, и даже есть где-то видел дешевый, а вот 16, 17 долларов, вернее, за 10,40, совсем дешево. Тут у нас пошел трансмиссионный отдел, STP, ATF+4, Mercon 5, Dixon 6, дешевые 6-7 баксов стоят примерно, 14 стоят валалайновские мультики, ну, дорогие по отношению к STP, в два раза считают дороже практически. Мультики. Здесь в Лайнске пить пошли. О, тот продукт, который я заливаю себе. Dextron 6, это Касселовский 25.99 стоит. Не дешевый, такой достаточно. Ой, ничего себе, интересно, еще и дымится, даже 8 баксов стоит. Type H+, который. Ну, в общем-то, и все по трансмиссии здесь. Достаточно большой ассортимент. На этом все. Надеюсь, видео стало для вас интересным. С вами был Антон Воронков. Вы на канале MyGT.ru. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. Всем пока.